Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем выпуске хотел показать видеообзор по поводу колеблющейся блесны старой советской. Это она называется Пахра 2. Довольно-таки глубокая у нее выдавленная внутренняя часть. Здесь, соответственно, осечка имеется. То, что это действительно она Пахра 2. Соответственно, указан вес 14-18 грамм. Сейчас посмотрим, как она себя ведет в воде.